Телеканал КРТ представляє. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Без протокола». С вами я, ведущий Дмитрий Василец. И сегодня у нас в гостях тоже очень непростой гость. Это Игорь Радченко, доброволец, офицер батальона «Айдар». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот, понятное дело, вас не приглашают в эфиры, чтобы обсуждать там спорт или здоровое питание и так далее. А в первую очередь приглашают обсудить конкретно вот участие в Майдане. Как вот вы считаете, вот то, что случилось на Майдане в 2014 году и последствия, которые за этим вот пошли, это вот результат чего? Результат того, что Майдан проиграл реальность тогда, и тогда не было революции достоинства, а просто перехват управления олигархами? У вас такой вопрос прямо глубина жесткий. Не ожидал, что я могу высказать такое мнение свое личное. Ну и российской мовой, раз вы российской мовой. Да, без проблем. Да, я был участником Майдана. Но, скажем так, по специфике я не мог находиться постоянно на Майдане, поэтому приезжал. Я сам адвокат по профессии, поэтому Петримов поддерживал Майдан, приезжал, находился несколько дней и уезжал. Ну, специфика моей работы предполагала, что я должен все-таки находиться в судах, там, где я необходим, а не на Майдане. Вот. Причины этого Майдана я абсолютно поддерживаю. Потому что коррупция, знаю, Янукович и так далее. Я даже глубже скажу, я как адвокат сталкивался с кланом Януковича, с теми, которые не самим Януковичем, а тех, кто его окружали. То есть я знал их еще до того момента, как они пришли до власти, до Влады. Это в основном там Макеевские, Янакиевские, Донецкие. Вот. Ну, профессионально я сталкивался с ними, как адвокат. Поэтому мне, ну, понятные мотивы людей, которые вышли на Майдан. Поверьте мне, совершенно, абсолютно понятные. Даже больше, мне кажется, чем те, кто и вышли на Майдан. Это было правильно, и это было, ну, мне кажется, спасение страны. Это мое мнение лично. Каждый считает, вот, как хочет. Да, это мое личное мнение. А вот опять же, вот на Майдан называют там революция достоинства, некоторые называют государственным переворотом, там юридической терминологией. Вот как вы считаете, была ли там победа действительно вот этого достоинства, или все-таки, в общем, как бы начали за здравие, а закончили за упокой по факту? Вы знаете, Дмитрий, я скажу точно за себя, но мое мнение, наверное, отобразит и какой-то части тех бойцов, которые выжили в боях 14-15 года. То есть те настоящие добровольцы, которые пришли, ну, в самое тяжелое время. Внутри пустота. Ну, это не то, ради чего люди шли и умирали. Такого безумного, безумной коррупции, такой фальши, лжи. Вот этот пиар на смертях наших, на войне, ну это не то. Там на фронте было все чище и понятно. Туда люди приходили чистые, патриоты настоящие, и молча умирали. Никто не пиарился, никто там. Но прошло потом время, и когда смотришь назад на Киев, ну или читаешь там в интернете, или там по телевизору смотришь, как вдруг дети тех чиновников, которые пришли к власти, вдруг там Мазерати, там Ламборджини, какие-то там нереальные, там какие-то богатства, миллиарды. Там, понятно, что возникает вопрос, да, а что происходит? И когда ты видишь, когда хоронишь своих побратимов, понятно, и там возникают вопросы, за что умирают. Но за что умирают, понятно, не за них, а умирают за Украину, за территориальную целостность. Но внутри остается огромный осадок. И он там накапливался в 2014-2015 году. Существует такое убеждение, что все-таки после Майдана нужно было народные массы, особенно активные, просто утилизировать. И поэтому очень на руку как раз произошел вот конфликт на Донбассе, что туда их быстро вооружили, организовали. И, понятное дело, с помощью наших вездесущих олигархов просто направили на утилизацию. Вот как вы относитесь к таким тезисам и насколько он правдив? Ну, вы знаете, ваша версия имеет право на существование, на жизнь, потому что она
если по конспирологии идти, она даже подтверждается там Изваринским котлом, Иловайским котлом, Дебальцево. Дебальцево, я как непосредственный участник тех событий, это, ну там бред происходил, там реально происходило. Нельзя же назвать руководство высшей страны или того же начальника генерального штаба Муженко, ну, людьми, которые не понимают, что происходит. Ну, вот я Муженко лично знаю, это, ну, очень умный, профессиональный военный. Ну, реально. Я не то, что там льщу ему, там, ну, я объективно говорю. У него цепкая память, все понимает. Неужели не понимает, что происходит? Ну, я не верю этому. Значит, имеет место быть место вашей версии. Угу. Что, скорее всего, происходило вот это недовольное... Вы же не забывайте, что еще была идея там бродила о том, чтобы оставшихся, кто разбрелись по стране, еще каким-то образом привлечь в ЧВК создать. Но это тоже один из вариантов, угу, собрать... И куда-нибудь отправить. Ну, насколько я слышал, по-моему, пытались в Африку. Нет, на самом деле ж у нас очень активно сейчас работают разные вот агентства, так называемые, которые наших... граждан Украины, которые имеют боевой опыт, быстренько фрахтуют горячие точки. И это как бы тоже ни для кого не секрет, просто это, опять же, проходит под контролем спецслужб, и такая информация достаточно часто всплывает. Вот до меня, как до журналиста, доходила такая информация, что, да, вот фрахтовали в Турцию сначала, а потом с переброской либо в Ливию, либо в Сирию. И это вот, да, была такая история. Вот как вот вы считаете, вот эти процессы, они больше связаны чисто с какой-то коммерческой составляющей, или там все-таки, опять же, присутствует акцент на том, чтобы людей, которые имеют боевой опыт, просто как можно поскорее уезжали отсюда, чтобы на передовой, и в войсках оставались только те, которые очень хорошо управляемые с штаба? Я вам скажу не со слухом. Это вы говорите о том, что вы где-то слышали. И через нас конкретно проходила информация. Я один из основателей всеукраинского движения ветеранов. Поэтому неоднократно к нам обращались различные организации, предлагали соцпакет, высокую зарплату, прохождение обучения. Именно вот по тем моментам, которые вы говорите. То есть ЧВК. И отправляли там контракты, предлагали, по-моему, 3-6 месяцев. Uh-huh. В Ирак. Uh-huh. Вот. Чисто охрана трубопроводов, там очень хорошие условия предлагали. Вот это я не по слухам, это то, что конкретно к нам обращались организации, именно ссылались там на одну из стран, которая финансирует это. Я думаю, что вы правы. Скорее всего, ну, даже по статистике, если взять, или по социологии, всегда существует определенный процент населения, который, как он называется, я забыл, ну, типа как блуждающий взрыватель для общества. От таких обычно избавляется. Ну, в советское время придумывали там различную там психиатрию, там, судебная система несправедливая. Сейчас это немножко по-другому делается. Вот люди сделали Майдан, и они живы. Они пошли на фронт, и их не всех утилизировали. И вот они остро видят несправедливость, социальную несправедливость, то, что происходило при Порошенко, грубо говоря. Понятно, что они недовольны. У них возникает конфликтная ситуация, с законом в том числе. И вот эта масса, да, она бродит по Украине. Она и немного, но она есть. Понятно, что власть озабочена, как, ну, утилизировать, просто несколько цинично говорите. Но по сути, наверное, верно. А вот недавно, благодаря выборам, опять же, в Соединенных Штатах Америки, общество узнало о переговорах Петра Порошенко и Байдена. Там мы были вот свидетели все того, что конкретно продавали должность генерального прокурора. И вот, опять же, вы же знаете, что если контролировать генерального прокурора, тогда можно заблокировать любое абсолютно уголовное дело. И цель контроля генерального прокурора, она может быть только одна. Когда есть, условно, группа лиц, которая делает в Украине абсолютно все, что угодно. Любые правонарушения, любые преступления, начиная от изнасилования и заканчивая там грабежами в особо крупных размерах. И Генеральная прокуратура просто не открывает на них уголовные дела. И они, по большому счету, безнаказаны. И вот это всплыло, опять же, благодаря выборам Соединенных Штатов Америки. Но, опять же, мы видим, что эта ситуация в Украине была еще, условно, с 2015 года, как минимум, на дату переговоров. Вот как вы к этому относитесь? И
Почему всевозможных националистов, там, патриотов нету на митингах Порошенко, который выходит из позиции какого-то, знаете, победителя, что ли, в этом все балагане, начинает рассказывать про политические репрессии, когда ему хотят избрать меру пресечения в виде личного обязательства на один день? Вызывает омерзительное чувство, когда видишь то, что происходит на экране. Но тут два варианта. Либо можно же по-разному помочь человеку. Можно просто помочь, прийти вам помочь. Но бывает это социально небезопасно. Для этого можно послать в суд. Ну, ты знаешь, этот прокурор, он слабый, непрофессионален. Он слабый, а есть сильный. Сильного пошлешь, глядишь, еще и правильно все доложит в суде. Пошлем вот этого. Он все равно, у него ума не хватит правильно. Поэтому, понятно, тут, может быть, какие-то договорники с властью у Порошенко, я не знаю. Но просто у вас такой длинный вопрос, я только концовку цепляю. Вот. А по поводу генерального прокурора, я вам скажу больше. По ОПК, по нашему ОПК, по Уголовно-процессуальному кодексу, именно процессуальное руководство ведет прокурор. Вы правильно сказали, но вы в общем сказали, я скажу в частности, любое криминальное провадження, неважно, кто бы его там, полиция, ДБР, там, я не знаю, какие там еще НАБУ, оно все равно процессуальный руководитель, прокурор. Поэтому, имея одного прокурора, ты абсолютно контролируешь все силовые структуры, абсолютно все. Но процессуальный керівник, он что хочет, может сделать. Может затребовать дело для ознакомления и положить его в сейф, он может там лежать год, два, три. Может не подписать тебе тот текст подозры, который тебе не... То есть, ну это вы правильно говорите, это абсолютный управитель всеми силовыми структурами, опосредственно. И понятно, что поставив своего кума, Петр Алексеевич получил контроль, абсолютный контроль и уверенность в безнаказанности, все его окружение. Он согласовал эту кандидатуру с Байденом? Ну, он предал и национальные интересы Украины. Мое мнение, он предал национальные интересы Украины. Мы превращаем, благодаря этим записям я понял, что мы не превращаемся. Мы превратились в банановую республику. Точно так же американцы управляют африканскими странами. Ну, европейская страна в центре Европы. Ну, мне это омерзение вызывает. Вот к этому человеку. А вот опять же, если вот подвести результаты Майдана, вот как вот вы бы их подвели? Вот просто вот отбросив все вот эти события личные, там, может, обиды и так далее, если не есть. Вот просто результаты. Вот было, стало. Вот как вы считаете? Что-то хорошее произошло, что-то в лучшую сторону поменялось? Ну, в какой части? В политической, в экономии? В экономической стало все, вы сами знаете. Не надо мне ничего повторять. Я не экономист, не финансист, но это народ ощутил в своих кошельках. Экономика упала. Без виз, ну, вроде бы классно. С одной стороны. Но с другой стороны, людям искусственно создали ситуацию, при которой нет работы в Украине. И фактически никто не выгонял. Но чтобы прокормить свою семью, человек выехал за границу. Мы теряем миллионы, по-моему. 7 миллионов выехало, да, при Порошенко. Мы потеряли, ну, цвет нации уезжает. Это самая репродуктивная часть. Остаются старики и дети, а именно средний возраст уезжает. Среднего класса как такового не существует в Украине. Ну, тот, который определяет, в принципе, политику и экономику страны. Есть вот Порошенко со своим окружением, у них все классно. Они живут по-новому, я за них счастлив вообще. Смотрю, у них все хорошо. Вот один в Лондоне, другой в Испании пристроился. Этот ездит, этот рассказывает. Вообще ужас какой-то. Вот. Что я могу сказать в этой части? Конечно, хуже стало в обществе. Вроде бы, с одной стороны, мы свободны, свободнее стали. И свободные. Ну, как-то свобода без экономики. Вот. Совсем плохо. И люди же начинают. Вы же понимаете, вот видите, как голосуют люди. Чем беднее люди, тем легче ими управлять. Ну, страна превращается, катится. Я ж ничего нового не говорю. Это говорит Верховная Рада, министры говорят, там, депутаты говорят. Если они говорят, то нормально. Если обычные люди говорят, это все российская пропаганда и Путин. Ну, обычно так получается. Я уверен, куча патриотов вас обвинит в том, что то, что вот вы говорите, оплачено за деньги Кремля. И вот их невозможно переубедить ничем.
патриоты, настоящие патриоты, а не вот эти, которые проплаченные, бла-бла-бла, там, или грантоеды эти все. Настоящие патриоты, они молча. Они ждут своего часа. Сцепив зубы, они ждут своего часа. И вспомнят и эти уголовные дела, высосанные из пальца, и обвинения патриотов всех, и что происходило с патриотами. Они, поверьте мне, никто ничего не забыл. Тут ничего личного. Я могу напомнить, если вы помните, у Порошенко было интервью Deutsche Welle, по-моему, в 2014 году. Ну, в интернете оно есть. Он же там объяснил на английском языке, хорошем английском языке, ведущему Deutsche Welle объявил о том, что у него есть договор с Владимиром Владимировичем о том, как прекратить войну. Надо избавиться от добровольцев. Ну, не от добровольцев, он там сказал. Ну, смысл такой был, что вот тот свою задачу выполнил, казаков увел, а мы сейчас интегрируем там добровольцев там, в различные структуры. Там. То есть по смыслу было понятно, что ему надо разобраться было с патриотами. Вот. Ну и разбирался. Растворялись, добровольцы растворялись по-разному. Это я на моих глазах все было. Кого увольняли по надуманным причинам, по ком возбуждались уголовные дела. Кого убили. Кого, да. Вот. Постоянно вот это, то Путин нападе. Помните, каждый месяц, каждый раз кто-то вылазил на экран, там, то Порошенко, то Турчинов, то там еще какие-то там Лысенко. Вот 20 танков возле границы, вот там 50 артиллерийских стволов биля кордону. Вот, вот такая напряженность. Это безліч бувиків. Как? Гелікоптер – это безліч бувиків. Да, все, вот Путин нападе. Вот это вот постоянное вот это вот поддержание напряжения в обществе позволяло им просто красть бюджет, и все. Вот мое мнение такое. Я, может, сразу задам некорректный вопрос, вот, но я понимаю, что вы, скорее всего, будете выбирать слова. Ну вот, есть у нас разные патриотические, с моей точки зрения, в кавычках организации, там, национальный корпус, там, какие-то там сечи, это самое, демократические сакиры и так далее. Они всегда апеллируют, что вот мы воевали, мы и так далее, и вот мы патриоты, и получается вот такая приватизация патриотизма произошла вот этими структурами. Но почему-то, когда им задаешь вопрос, друзья, а почему вы не выходите, например, чтобы Свинарчуков все-таки дожали и посадили? Тишина. Эти вопросы задавать нельзя, потому что Путин нападет. Когда задаешь вопрос, а почему, собственно, вы позволили продажу земли? Потому что мы выходили, организовывали мероприятия, а их что-то не было. Такие вопросы тоже задавать нельзя, потому что Путин нападет. Почему они не приходят под офисы олигархов? Ну, что толку там приходить там, на Майдан Незалежности, если можно прийти под офис и там конкретно спросить, а почему вы, друзья, налоги не платили в украинский бюджет, чтобы с этих налогов закрыть зарплаты и так далее, чтобы кредиты МВФ мы не брали? Почему у каждого олигарха по 10, по 100 офшоров? Почему-то эти тоже вопросы нельзя задавать, потому что, опять же, Путин нападет. Вот как вы относитесь к этим вот патриотам, которые там в этих организациях присутствуют? Ведь они же тоже воевали. Ведь они же тоже, получается, имеют право называться там добровольцами и так далее. И они постоянно к этому апеллируют. Ну, у вас такой длинный вопрос. Честно скажу, можете сформулировать покороче. Как вы относитесь к добровольцам и тех, кто воевал в АТО, которые состоят вот в этих вот национальном корпусе и вот всех вот этих вот около националистических организаций, которые по факту никак не противодействуют негативным процессам в Украине? Ну, у вас получается вопрос на две части разбитый. Первый – это как я отношусь к людям, которые воевали в зоне проведения спецопераций. Хочу подчеркнуть – воевали. Есть у нас понятие такое участника, то это туда и милиционеры все автоматически, и пожарники, и тыловики, все, что там, очень много людей, они все как бы участники АТО. Это не значит, что они все воевали. Хотя я отношусь ко всем с уважением, потому что они не во Львове сидели, не в Канаде, а все равно там. А были участники боевых действий. Это немножко другое. Это те непосредственно люди, которые непосредственно имели контакт, огневой контакт и проводили какие-то операции по защите территориальной целостности Украины. Вот. Так вот, по поводу первой части вопроса я скажу, что я отношусь с уважением к тем людям, которые участвовали в антитеррористической операции. Ну, на первом этапе, потом она называлась уже по-другому.
А второй вопрос у вас по поводу монополизации? Или... Касательно того, вот, они же сейчас в основном находятся во всевозможных националистических организациях, которые почему-то не реагируют ни на какие негативные процессы. То есть вы мне захотите задать вопрос, почему они не переходят к активным действиям против олигархов? Не знаю. Я не участвую в этих организациях. Ну, не состою, поэтому не знаю. Это вам вопрос надо задать, наверное, к руководителям. Вот я бы ответил бы за себя, а за них не могу. Вопрос ваш логичен, мне как бы понятен. Но почему, я не знаю. Для того, чтобы какие-то слухи говорить не хочу. Непроверенные факты не хочу. Этот вопрос, наверное, надо задать там, ну, наверное, начальнику, там, руководителю СБУ там, или руководителю МВД. У них, я думаю, информации значительно больше. А вот вы верите нашим правоохранительным структурам, вот, с учетом, опять же, вашего опыта взаимоотношений с этими организациями? Ну, смотря о каком доверии вы говорите. Какой они, уровень доверия? С вашей точки зрения, они действительно преследуют национальные интересы или все-таки интересы не национальные? Ну, вы в общем говорите. Если на частности разбить, например, те правоохранительные структуры, которые находятся в зоне, там, например, Луганской, Донецкой области там, или в Харьковской, это совершенно разные правоохранительные органы, от, например, от Львовской, или Тернопольской там, или от Киевской. Это вообще абсолютно разная мотивация, абсолютно разные люди. Абсолютно, ну, качественный состав. Сказать об однородной массе всех в одно я не могу. В общем, у меня негативное отношение. Ну, если в общем. Если в общем взять. Зная о том, как Луганск сдали, как Донецк сдали, как перебежали и переоделись, сняв трехцветные кокарды, потом натянули желто-блакитные, и сейчас добросовестно там в вышиванках ходят и рассказывают. Это один вопрос. Одно отношение мое. Второе о том, что очень много пришло людей абсолютно профессионально неподготовленных. Ну, это я повторю просто банальность, потому что она присутствует в эфире. И вы знаете об этом. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Низкий профессионализм, я думаю, да, и присутствует такой. Надежда, конечно, присутствует и в том, что, ну, может быть, что-то изменится. Обычно сильные люди, когда приходят к власти, они окружают себя сильными людьми. Это в том числе касается силовых органов. Ну, надеюсь, что... так и произойдет. А вот если вот, опять же, тоже поднять очень такую деликатную тему, это мародерство на подконтрольных Украине территории. Я за неподконтрольные не говорю. Я вот точно знаю, что много есть эпизодов, когда и со стороны военнослужащих, и со стороны добровольческих батальонов происходили там варианты мародерства. Я уверен, что вы сталкивались тоже с этими историями. И... боролись ли на высшем уровне с этим явлением или поощряли его? Я имею в виду вот, начальников штабов, там, областей, всех вот этих отдельных районов и так далее. Но вы за какой период говорите? 14-15 год. Присутствовали, конечно, такие факты и боролись с ними. Я вам даже скажу больше. Очень легко было тогда... на любого добровольца, да и не только на добровольца, на армейцев, поверьте мне, там в 14-м году не сильно друг от друга отличались части. Любого можно было привлечь к уголовной ответственности. Ну, я вот просто вам приведу там какой-то пример там, вот со своей там, практики. Вот заходишь, занимаешь населенный пункт, там у тебя заканчивается бензин, грубо говоря. Вот стоит заправка. Ну, или, например, транспорт стал без топлива. Это то, что было лично вот с моим подразделением. Ну, что делается время? Есть боевая задача, ее надо выполнять. Вот стоит заправка, заправились. Вот идет там автобус рейсовый, высадили людей, загрузились, поехали дальше. Как это вы расцените? Боевая задача выполнена. Ну, бензин, а понятно, сожгли. Да, юридически. А юридически, вот лично у меня было такое, при освобождении одного города в Луганской области были... для выполнения задачи были забраны, я не помню, сколько машин, 10 или 11 такси. На следующий день их возвратили. Только одной, по-моему, был бак пробитый пулей и все. Позвонили начальнику полиции, предупредили, что пусть таксисты соберутся в одну кучу, приедут машины. Приехали, машины передали, все. Начальник полиции говорит, я не ожидал, что вы вернете, хлопцы. Ну, вы знаете, там уже возбуждены дела по вам, что вы вчера забрали под угрозой оружия.
Вот. И можно, в принципе, если чтобы картинку составить о том, как все плохо там было, набросать, например, статистику. Там, я помню, как этим занимался там, начальник УВД. Тоже какой-то странный. Сначала был назначен, выбранный начальник, народным милиционером, назначенный той стороной, а потом через время был назначен уже нашей украинской стороной. Там, как его там понять. Тот просто вел статистику вот этого всему, в общем. И вот когда он выступает, я видел выступление по телевизору, он говорит, вот Айдар, там столько-то сотен уголовных дел, мародерство, грабежи. Да подождите. Ну, давайте мы немножко отделим котлеты отдельно, мухи отдельно. Были, конечно, факты, но в основном 2014 год, это, понимаете, вот идет вал войны. Ну, это, кто не был там, это трудно рассказать, это, у нас времени не хватит. Вот. Понятно, что были, ну вот, прилетел снаряд, это при мне было, там на Георгиевке. Обвалилась стена там магазина. Вот стоят продукты питания, а бойцы уже какой день ведут бой. И, ну, вот, ну как они не возьмут, объясните мне. Ну, бред сумасшедший, как в 41-м году бы. Ты идешь, ты берешь то, что вот захватываешь трофей какой-то, чтобы продвигаться дальше. Понятно. Были случаи, когда зашли, там взяли населенный пункт, вынуждены отступить. Понятно, там бои были, там сожженные машины, все. Меня начальник полиции звонит, говорит, послушайте, там с той стороны пришли, на вас заявление написали, что вы там собрали. Ну, бред, послушайте, такой бред происходил, ну, просто нереально. Это вроде война, а поступки военнослужащих оценивались по Уголовному кодексу мирного времени. Понятно. А вот как вы относитесь к недавним, опять же, инициативам и уже закону о продаже земли? Вот сейчас Зеленский его уже подписал, все уже прошло, и уже вот очень скоро этот закон уже будет работать, он уже по факту с 2021 года начинается, условно, распродажа. Вот как вы к этому относитесь? С учетом того, что, опять же, банки могут элементарно покупать землю. Я читал этот закон, да. Но я не фермер, сразу скажу, поэтому... Нет, вы как человек, как гражданин Украины. Как гражданин Украины, ну, скажем так, я скептически к нему отношусь. Было же обещание Владимира Александровича провести сначала референдум по этому поводу. Но как-то этого не произошло. Ну, просто социология показывала, что все против. Да что ж социология? Вот вы, я думаю, среди ваших знакомых, среди моих, ни одного человека не слышал я, что это хорошо. Ну, а вот интересная логика тогда получается. Вот люди сейчас там в зоне проведения ООС, сейчас называется уже. А вот получается, за что тогда они воюют? За условно юридический набор документов, который называется государством Украины, который просто контролирует частную собственность, или как? Или осуществляет закон, осуществление закона на этой территории? Но если по факту это частная собственность уже будет, то, собственно, а против чего тогда, собственно, идет вся эта заваруха, против чего тогда идет весь этот конфликт? И вернется ли Донбасс вообще с учетом того, что территорию Донбасса сразу туда можно будет по украинским законам, если они вернутся в юридическое поле Украины, сразу продать? Ну, смотрите, моя позиция, что Донбасс – это Украина. Солдаты воюют не за, ну, не за то определение, которое вы сказали. Есть абсолютное понимание, что такое Украина. Ну, просто вот есть Украина, незалежно, Крым принадлежит Украине, Донбасс принадлежит Украине. Нет, это не обсуждается. Даже, вот. И, ну, лично мое мнение, если бы было более решительное наше политическое руководство, в том числе и Петр Алексеевич, войну можно было закончить еще в 2014 году. Просто надо было принять решение, и все политическое. В частности, вот за наш батальон говорю. Мы же зашли, взяли Луганск, потом вышли по приказу. Горловку брали два раза, заходили по приказу, выходили. Значит, это надо вопрос, наверное, задать Петру Алексеевичу и начальнику генерального штаба. Почему так? Может, пленки разговоров с Путиным, ну, я думаю, скоро опубликуют. Вот, может быть, там дальше что-то еще покажут. И мы поймем. Ну, у меня свое мнение, я считаю это предательством с его стороны. Как вы считаете, вот у нас получается в Конституции записано теперь, что мы должны идти в Европу и НАТО. Как вы относитесь к этим направлениям, которые записаны в Конституцию? Не вижу там ничего плохого.
Ну, то есть независимость Украины – это период от Советского Союза к Европейскому Союзу, правильно? Не понял, как это? Независимость? Что? Получается, по логике, если вот у нас записано в Конституцию, что мы идем в Европейский Союз. Так. То есть раньше мы были в Советском Союзе. И нам сейчас рассказывают, что Советского там... Советского Союза нет уже, да, что там было очень плохо, и что его уже нет 30 лет. Хорошо. Мы получили независимость. Мы имеем право суверенно распоряжаться нашей землей, территорией Украины и так далее. Экономикой и всем остальным. И получается, мы идем с одного союза в другой, и вот, вот этот путь, он и называется независимостью. В чем тогда смысл? Послушайте, тогда? Ну Украина же, я же вижу, у вас есть высшее образование, вы читали историю, должны ее знать. Украина всегда была европейское государство. Всегда было европейское государство. Да и Россия европейское государство, то на территории Европы она находится, и что? Ну, достаточно сложно назвать ее, конечно, европейским государством в полном объеме, с учетом ее территории. В полном, да, но часть России – это точно Европа, тут как бы против географии не поспоришь. Ну, по России можно поспорить, по Украине нет. Украина – однозначно европейское государство. То, что прописано в Конституции, ну, я считаю, положительно. А это не, как вы думаете, вот если ограничение на наш суверенитет, вот у нас есть суверенитет Украины, как независимой страны, если мы участвуем в каком-то союзе, это ограничение суверенитета в любом случае. И получается, если даже сравнивать Советский Союз, какие тогда были условия участия Украинской Советской Социалистической Республики в этом союзе, и, например, сравнивать это с участием Болгарии в Европейском Союзе, то в Советском Союзе, получается, лучше были условия, чисто хотя бы даже экономически, с учетом того, что вот куда мы идем. И поэтому у меня возникает сразу вопрос, а, собственно, а зачем тогда говорить, что Украина незалежна, єдина країна, когда по факту в Конституции записали ограничения на наш суверенитет? А как вы считаете, для чего Петр Алексеевич это продавил, именно продавил принятие этого? Я думаю, все-таки, чтобы убить окончательно клин с Российской Федерацией, чтобы было очень тяжело как-то прекратить конфликт на Донбассе. Ну, возможно, если исходить из смысла тех пленок, которые опубликованы, какой-то смысл имеется. Ну, то есть вы потенциально с этим можете согласиться? Потенциально с чем? С тем, что это делается для того, просто чтобы у нас постоянно был... Я скажу просто короче. Я за то, чтобы Украина была европейской державой. Мне очень нравится, что здесь все-таки присутствует, при всех тех негативных последствиях, которые там правление было Петра Алексеевича, у нас присутствует все-таки какая-то свобода слова. Даже то, что мы сейчас с вами говорим, это тоже один из признаков свободы слова. У нас есть... Такие вещи, которые, ну, скажем так, в той же России невозможно сделать. Можно высказать свое мнение, можно поступки какие-то сделать. И тебя никто не будет беспощадно там творить такие вещи, как в России. Мне это больше нравится. Просто мы сейчас сидим, люди, на которых серьезные уголовные дела. Вот на мне сейчас... 258 статья со значком 3. Особо тяжкая. Вот. Терроризм. У вас, я уверен, что тоже букет очень из веселых уголовных статей. Совершенно верно. Ну, это спасибо Петру Алексеевичу. Я, да, конечно, это не забуду. Я 820 дней, это 2 года и 3 месяца провел в тюрьме, в СИЗО. А где? В Житомире и 3 месяца в Киеве. За свободу слова, потому что вот много говорил. И мы сейчас сидим и обсуждаем, что вот где-то там в России, вот там, значит, нельзя. Но это реально абсурд. Там реально проще, если просто брать статистику и сравнивать. Потому что сколько там сидит журналистов, общественных деятелей за конкретно высказывание и свою журналистскую деятельность, и за то, что они там где-то не так сказали. Но это объективно, что Украина просто лидер. Я вот только знаю, Руслан Касаба, Муравицкий, Павел Волков. Это все те люди, которые никогда не держали оружие в руки. Я, он, Евгений Тимонин, мой коллега. Но которые провели не один год в тюрьме, потому что просто имели наглость сказать правду людям и вот за это пострадали. Ну, признаюсь, честно сказать, что мне мало знакомы эти дела. Ну, ты как бы я интересовался больше армией, больше войной. Вот, поэтому никакого мнения я не имею, но думаю, что
это все те события, о которых говорили, это вкладывалось в концепцию, то, что разрабатывал Петр Алексеевич по Украине. Какую-то цель он преследовал вот этим всем. Mm. Вот надо у него спросить, надо вам пригласить его и спросить у него. Вот это. Что-то не приходит. Не приходит? Ну вот, я думаю, что он бы, наверное, хоть что-то, но сказал бы по этому поводу. Mm. Пускай бы правду сказал. Я всегда говорю правду. Якщо от подивитися на українську, можна українська мова. Якщо подивитись навіть на от Україну з точки зору позитивної, от як ви вважаєте, що в економіці України, які були реальні успіхи в Україні в економічному плані за ці роки? Економічні успіхи, от питання у вас. Взагалі нічого чи як? Экономичные успехи. Надо Яценюка и Гройсмана спитати. Да. Я просто думаю, что они точно ничего не скажут. Хотя, если вот смотреть их ролики, что, мол, вступаете в Европейскую ассоциацию, подписываете договор, это будут пенсии, как в Европе. Ну, как бы это все остались пустые слова, ролики, а по факту мы не видим никаких конкретных действий, чтобы все-таки ситуация как-то поменялась. На жаль так. Угу. Как вы считаете, есть ли альтернатива Минским соглашениям на Донбассе? Я думаю, есть. Какая? Политическая воля высшего руководства. В чем заключается должна? Атака? Войну. Лобовая? Войну можно закончить там. Давайте возьмем опыт Хорватии. И все. Можно долго разжевывать. Опыт Хорватии там подразумевалось, что НАТО вмешалось в этот конфликт. Нет, тогда только Югославия. Нет, то вы путаете конфликт в Косово. Ну, в Хорватии существовали такие вот непонятные объединения, как вот у нас, типа ЛНР-ДНР. Они долго существовали, долго вот эти были там соглашения, там, долго там Европа была обурена, Америка была обурена и все такое прочее. Потом они взяли и закончили это, там, не обращая внимания на Европу, на Америку там, за несколько дней. Ну, то есть вы, если вот убрать от этих частностей, вы уверены, что вот если вот дать команду армии пойти просто в атаку, это решит вопрос? Ну, не армии дать команду, а дать команду Генштабу. Вот. Я думаю, что в Генштабе, может быть, и есть уже готовые планы. Ну, в любом государстве всегда есть различные планы на различные ситуации. Вот, вот это вот пережевывание там, сколько заложников, сколько заручников, там, обмин, там, вот это все ни о чем. Вот это минские подгруппы, группы, приезжают непонятные люди, о чем-то говорят. Ну, вот люди ж видят, особенно вот на Востоке. Все же надеялись, конфликтом в 14-м закончится, в 15-м, в 16-м. А он все длится и длится, и мы видим, что чем дальше нас заговаривают. Нужны какие-то решительные действия. Я не говорю не только о военных. Может, какие-то другие есть решительные действия. Но, может, надо принять просто политическое решение какое-то. Мы же не знаем, о чем там всего полного текста этих Минских соглашений. Мы же не знаем, там, может, там как дополнение по пакту этого Риббентропа и Молотова. Ну, раз люди, серьезные люди ездят и рассказывают нам во всем мире вот эту вот, как правильно, чтобы не оскорбить их, вот эту вот тягомотину, ну, ни о чем, разговор ни о чем. Я сторонник более, надо политическому руководству страны просто принять политическое решение по этому. Оно может быть разным, но оно должно быть вот плохое, хорошее, должно быть принято, а не вот это пережевывание. Жевать на резинке под названием Минские соглашения. Но это мое личное мнение. Вот вы неоднократно сказали о том, что экономическая ситуация сложная в Украине. И да, действительно. Это не так. Я сказал. И... Это говорит Верховная Рада, это говорит правительство. Пускай. И получается, за счет этого мы зависимы от кредитов, и поэтому европейские страны, Соединенные Штаты Америки нам постоянно диктуют, что нам сделать, кого на какую должность назначить и так далее. И вот в этой ситуации вот есть у нас такое вот в законе вот участник боевых дий. И этот участник, получается, он имеет льготы. 75% государство должно оплачивать коммуналку за него там, и так далее. Понятное дело, государство не оплачивает коммуналку. Он просто платит 25%, а на энергетической компании остается долг в 75% от платежа. И он просто накапливается, и все.
Ну, потому что государство объективно, там нету ресурсов, чтобы в полном объеме это закрывать. И отсюда вопрос. Если государство не может обеспечить льготы, вот у нас много конфликтов было даже с маршрутчиками, которые отказывались возить атошников. Что делать с этими льготами? Если вот брать объективно, государство не может выполнять эти обязательства по факту. У нас есть также и люди, которые участвовали в этом конфликте. Вот как вы считаете, эту ситуацию нужно разрешить? Ну, если лично меня, то государство выполняет все обязательства. Поэтому у меня нет никаких задолженностей. И государство добросовестно выплачивает те льготы, которые в законе обусловлены за коммуналку. Поэтому мне как бы говорить о том, что есть такая проблема, тяжело, потому что лично у меня ее нет. Долг просто компании перед монополистами, ну, а возможно, он там постоянно но растет. Мою коммуналку, например, и кого я знаю, всем перечисляют, всем платят. Нет, в вашем случае это понятно. Да. Есть же у нас просто, знаете, прокуроры, судьи, там, следователи, которые туда ездили на 3-4 дня, ну, получили да, корочку такие, да. УБД, и теперь у них, понимаешь, льготы. Дома у них там по 300, по 500, по 600 квадратных метров, которые тоже надо отапливать. И гораздо проще тогда экономить на этом всем деле. И квартира у них явно не одна. Это так вы хоть одного прокурора такого везде. Военного, вот такого участника, который дальше там Северодонецк или там дальше Константиновки не ездили, пригласите и спросите. Вот вообще прекрасный вопрос. Интересно ваше отношение к этим людям. Вот это же, понимаете, это лазейка, которой пользуются. Что делать с целой армией людей, которые просто висят на шее государства и спекулируют на том, что «а мы ж были вот тут». Я, насколько помню, там сейчас готовится проект закона, где разделить эти все моменты. Я читал буквально тыждень тому. Именно этот момент, какой-то проект закона подали. Я вот читал, что разделить участник боевых действий, ветеран, участник АТО, вот там, по-моему, на 7 категорий будет делить. Uh-huh. Ну, не помню, или 7, уже больше. Вот этот момент, что вы говорите, он будет учтен. Ну, то есть вы его поддерживаете? Ну, конечно, потому что ну, до смешного доходило. Те там, особенно прокуроры, там, военные, эти все, Рэмбо. Они же там никогда на передовой не были и никогда не принимали участие в боевых действиях. У них там самый большой, там, что можно записать на, там, в этом листе наградном, о том, что приехал в батальон и уехал живой и здоровый. Вот. Uh-huh. Вот это он уже герой. Или доехал до блокпоста там, Константиновка, uh-huh. или там, до Сердонецка, все, он там уже герой, там, два шлема на себя натянул, там, или два там, бронежилета, уже участник боевых действий. Понятно. Я такого видел очень много. И вот тогда еще вопрос. Что можете сказать хорошего о Зеленском? Что я могу сказать хорошего о Зеленском? Ну, у меня к нему негатива нет. Пока. Ну, то есть вас все устраивает? Нет, и курс действий, не передергивайте. Я так не сказал. Я так не сказал. У меня нет к нему такого негатива, как к предыдущему президенту. Понятно. Я так скажу. Хорошо. У меня и ожидалось получше. Я помню его выступление на Олимпийском. Я очень хорошо, очень много ребят его поддержали, потому что он хорошие вещи, правильно я говорю. На Олимпийском. Помните дебаты? Да, красиво было, да. Очень красиво, и он очень хорошо сказал. И, в принципе, я думаю, вот это вот... Сейчас все эти вопросы он может адресовать к самому себе. Он может каждый год выступать, это говорить, и это классно будет смотреться. Ну, к сожалению, из того, что он сказал, я думаю, как сам лично, он как человек, наверное, хороший. Я думаю, что он даже, может быть, мечтает о том, чтобы сделать страну лучше. Но я же еще раз, помните, в самом начале я сказал, сильный правитель, он подбирает себе сильных людей рядом. Ну, это древняя пословица, она правильно говорит. Слабый подбирает слабых. Ну, вот, честно сказать, я не вижу сильного правительства, сильного премьер-министра, сильного там... Ну, это не только я, это мнение же не только мое, мнение всей страны. Хорошо, и тогда последний вопрос, уже пару минут до конца эфира осталось. Почему так случилось, что в основном все главы Добробатов в основном получили депутатский мандат и зашли в Верховную Раду тогда, когда шла вот такая горячая фаза конфликта, по сути? Семейщин, так вы же помните 2014 год. Вы же помните тот патриотический ажиотаж, война. Вы не представляете, вот я на передовой тогда был, это
непрерывный вал добровольцев. Совершенно рад. Даже приезжали хромые, без ноги, без руки. Все готовы были взять руки, оружие, идти. Это было народное такое движение безумное, классное вообще. Вот, кто был тогда, это 14-й год, это вам хочу сказать вообще супер. Понятно, что общество было... А кто был выразителем? Ну, командиры батальона добровольчески. Ну, потому что вот, их там тысячи же добровольцев. Ну, не скажешь там за того, за того. А вот он выразитель этой идеи. Понятно, что руководители различных партий прямо мечтали заполучить какого-то командира батальона себе в список, потому что это автоматически давало сразу несколько процентов избирателей. Ну, это же понятно и ясно. А как вы лично к этому относитесь, к явлению, что вот командиры добробатов очутились в Верховной Раде? Это с вашей точки зрения было хорошо или плохо? Мое мнение, надо было закончить войну. Понятно. Спасибо большое, что пришли все-таки в наш эфир. Сегодня в программе у нас был Игорь Рященко, доброволец батальона «Айдар», офицер. Спасибо вам. Это была программа «Без протокола». С вами был я и ведущий Дмитрий Василец. До скорого.